Валентин Александрович Серов, как художник-патриотист, снискал славу очень злого и беспощадного художника. Он абсолютно не умел льстить своим заказчикам. Писал только то, что видел, и только то, что чувствовал. Процесс создания портрета он называл болезнью, а себя – доктором. Когда заказчики видели то, что получалось на живописном полотне, очень часто они были не то что огорчены, они были испуганы. И это приводило к тому, что портреты Серова очень часто оставались в дальних комнатах дворцов и залов. Такая участь постигла и портрет Марии Федоровны Морозовой, одной из самых богатейших купеческих дам того времени, оставившей 30-миллионное состояние и прославивший род Морозовых. Серов для того, чтобы ее так изобразить, очень долго искал позу, в которой она должна сидеть, оговаривал с ней платье, мебель, на котором она должна была усесться, головной убор. И тем не менее, главным в портрете оказалась не сама дама, а ее характер, ее особая воля и ее судьба. Именно благодаря таким работам Серов и стал мастером глубоко психологического портрета. Этот портрет начинает серию работ Серова, посвященных членам династии Морозовых. Таких портретов будет всего 12. Но вот в чем уникальность этой работы? Она была написана в 1897 году, и именно после того, как появился этот портрет Марии Федоровны Морозовой, Серова как художника-портретиста стали бояться.